Вот она, Триумфальная арка. Город-герой Москва. Так, Кутузовский, да, проспект? Парк Победы, метро. И вот она, Поклонная гора. И выставка. Во-первых, тут вот это памятник первому георгиевскому кавалеру. Это он, тетенька, сказала. Сам я не знал бы. Так. Это кто? Корниловцы, наверное. А где-то, говорили, сувениры типа есть. Сейчас посмотрим. Здесь выставка военной техники. Сейчас зайдем, посмотрим. Ну, сначала здесь обойдемся. Да, в отзывах писали, что тут есть и поесть чего, и сувениры, и туалеты. Ну, только туалеты-то платные. Поесть что-то я пока не вижу, только водичку. И сувениров пока не вижу. Ну, ладно, труженики тыла. А чё, что-то это как бы напоминает, прикликается, не знаю, навеяло. С Трептов-парком. Тоже как-то так размах, скажем, что ли. Действительно, где сувениры? Думал, что интересное будет. Ну, стелы по бокам, только с левой стороны. А, ну вон кафе. Ну да, есть. Там даже что-то. А вот что имели в виду. Всякие пончики, стардоги. Только что-то они половина не работает. Обсудим все. Всю символику. Там что-то такое. А здесь именно вот фронты. И войны, военной, Второй мировой, ну, в Великой Отечественной смысле. Северный флот, командующий. Цветы лежат. Вообще как-то так хорошо подобрано, что и площадь большая, и цветы растут, и фонтаны. Как-то настрой такой на лад, на патриотический, что ли, скажешь. Да, даже не знаю какой. На правильный, скажем так, настраивает. Вон. Запись по контракту на службу. Здесь же. Тут что-то никто не подходит. Ну, хотя 11 часов утра, четверг. Украинский фронт. Какой? Второй, да? Не вижу отсюда. Ну, тут действительно гора, ветерок. Даже при солнце тут, наверное, будет более-менее нормально. Хотя всего 15 градусов, но жарковато для 15. У нас 15 гораздо прохладнее. Наверное. Кукуруза, мороженое. Кафешки какие-то, прям даже горячие, что-то вроде. Голуби. А нет, не соврали, правда. Бесплатный туалет общественный, причем цивильный, там даже бумага есть. И вода есть. Храм. Военная техника и инженерное сооружение, да, где я что-то заметил. Так, велодорожки, да. Второй, третий белорусские, последние. А, нет, вон же еще. Так, а там какие? Украинский был, белорусский. А, прибалтийские, что ли, еще? Их не было. Но размах, да.
все, ближе она не влезет полностью, колонна. Но, ха-ха-ха, а сколько ее высота, интересно? Нет, ну в третьем парке, конечно, Алеша сам воин поменьше, но это же он и не колонна, а как бы статуя. А колонна это, как она, господи, в парке возле Рестагата, которая Ники Победы, колонна. Ну там чисто, там и залезть на нее можно, то есть она тоже не стелла. Я, честно, не разбираюсь. Из пушек-то, которая в честь победы Бисмарка и так далее, объединения Германии, она как бы не поменьше. Причем наша уже, у нас стела это, да, выходит. А там именно колонна, где можно вверх залезть, лесенка. Ха-ха, что так? Немцы, не Берлин, Берлин. Нет, Берлин, они молодцы, конечно, ребята, немцы. Вояки неплохие были и вообще, но мы-то лучше, мы же их побили. Ого, тут система какая. То есть, вот видите, стекает оттуда, вот раз, стекает и сюда стекает. А это не работает. Ого, вид, да. Ух ты, а тут еще цветами 1945, что ли? Ну, наверное, не вижу, что там за цифры. Ого. Ха-ха-ха. Ника тоже. Ну, в смысле победы. Виктория. Ого-го! Ха-ха-ха-ха! Ничего себе! Ника, Ника, Вероника. В смысле, я про Берлин. О, какая площадь! Ну и ветер тут гуляет. Колонны по фронтам, ну, в честь фронтов Великой Отечественной. О, кепку срывает, ничего, ветерочек. Вот это, честно говоря, не знаю, кто по краям, девушки на лошадях. Ну, а это понятно. Кранты змею. А как он копьем голову отрубил? Ну, бывает. И опять-таки, вот какой вид. Офигенный. Площадь тут, я не знаю, парад устраивать можно. Да. Вот отсюда давайте. Это солнце откуда, блин, мешается. Севастополь, Смоленск, Киев, Минск, Москва. Ой, даже головы не хватает поднять. Чего там не вижу, ничего отсвечивает. Ого-го-го. Надо посмотреть, сколько ж высота-то ее. Ого-го. Города-герои написаны. Колонии видно, нет? А, не видно, отсвечивает. Ну, они есть там. Надписи. Не влазит. 1418 метров. Столько дней шла Великая Отечественная война. Здесь все символично. Спасибо. В смысле 1400 метров? Километр, что ли? 1418 фонтанов. 225 столько недель. И вот стелы фронтов выстроены в том порядке, как они были на параде Победы 24 июня 45 года. Вот что. То есть как это 1400 метров? Что-то она ошиблась. Обратите внимание, слева мы видим Москву.
трехгранная стелла в виде солдатского штыка. А вот это как бы, ну, дуло, что называется, срез ствола. И вот это штык на него. Вот это штык. Ого-го-го-го. Не вижу даже, видно или нет. Ага. Ну и тут еще вечный огонь. Брусчатка, ну и здесь кирпичики. А, караул меняется, дети. Минск, Москва. Ой, дальше я уже не вижу. Центральный музей Победы, или просто Центральный музей Великой Отечественной войны. Все-таки это, говорит, стелла называется. Ну, если быть точным, архитектурное сооружение. Ну, конечно, да. Тут машина даже теряется, тут можно гонки устраивать. Но я про размах имеется в виду. Берлин, Берлин. Да, круто. Музей. Ух, а музей-то ничего себе. Там еще техника. Ого-го. Это вот он, как бы, сзади. Да тут только на музей день надо. Тут спускаешься вниз в музей. Здесь всякие вот сувениры. Ну, интересные, но что-то как-то выбор большой, но непонятный. Вот еще и платный, оказывается. Насколько я понимаю. Билет, подарок. Вроде платный, но мне, честно говоря, некогда ходить. Туда пошла экспозиция. Здесь еще детское все. Кинозал, он там, вот тут много чего. Да, что-то только нету. Храм Георгия Победоносца, монумент Победы, ну, в смысле, вон тот. Аллея солдат. А вот тут отсюда, вот он, кстати, тут кинотеатр. Это я вот сзади вышел, тут выход. Музей там здоровый не пошел никогда, к сожалению. И надо ходить как бы семейным составом. Лучше с мальчиком. Здесь вот что-то было, призов каких-то. 9 мая какие-то мероприятия были. Ну вот вроде как солнышко припекает, без кепки голову печет, а здесь ветерок. Причем прохладненький и порядочненький. Хорошее местечко. О! Ух, вон, наверное, где.